Это Рой Нельсон. Он уверен, что его друг Мухаммед Лаваль настоящий король и просто обязан стать чемпионом Беллатор. Но почему-то некоторые думают иначе. Например, Эммануэль Ньютон, чем очень расстраивает Мухаммеда и Роя. А это Лиота Мачида. Он уже был чемпионом UFC, и поэтому все хотят с ним сфотографироваться. Даже Михаил Заяц, Акоп Степанян и Саша Волков. Которые, кстати, очень много тренируются. Ну, очень много. И поэтому иногда могут позволить себе расслабиться. Ну так, самую малость. А это Сергей Никитин. Он тоже был бы рад отдохнуть, но ему некогда. Ведь он не только тренирует Акопа, но и снимает проект «Борцовский клуб». И, пользуясь случаем, пойду возьму у него небольшое интервью. Который дважды в месяц показывают на канале «Железный рейтинг». Неожиданно. Здравствуйте, Михаил. Как прошел бой? Кстати, первые серии проекта уже на нашем канале.